На космодроме «Восточный» готовится к окончательному тестированию ракеты-носителя «Союз», которая должна доставить на орбиту три спутника. Первый пуск намечен на апрель. Стартовые системы космодрома прошли уже не одно испытание. Сейчас проверка вступила в финальную стадию. Все процессы заняли почти полгода. Оборудование не имеет аналогов. Многое было специально создано именно для этого уникального проекта. Напомню, что саму ракету доставили из Самары еще прошлой осенью. По ней работы полностью завершены, сейчас носитель находится в состоянии хранения. До этого специалисты РКЦ «Прогресс» испытали электронные и пневматические системы. Показатели соответствуют штатным режимам. Отмечается, что «Союз» может стартовать практически при любых погодных условиях, и в жару, и в холод. На стартовый комплекс для так называемого сухого вывоза или пуска без топлива ракету отправят в марте. Добавлю, что во время первого старта с Восточного на орбиту будут отправлены самарские спутники АС-2Д и студенческий «Самсат», детище СГАУ.